Huawei Nova 7 получил негнутый OLED-экран диагональю 6,53 дюйма, разрешением Full HD+, и соотношением сторон 20 к 9. Селфи-камера одна на 32 мегапикселя с диафрагмой 2.2. Есть режим HDR. Камера умеет записывать 4К при 30 кадрах. Из коробки смартфон работает на Android 10 и оболочке EMUI версии 10.1 с сервисами Huawei. Он работает также на 7-нанометровом процессоре Kirin 985 с 5G модемом связи, как и старшая модель. Процессор работает в паре с 8-ядерным Mali G77. Базовая версия памяти тут 8128. Ее можно купить за $425. А вторая версия 8256 будет продаваться за $480. На $100 дешевле, чем модель 7 Pro. Флеш-память UFS 3.0. Карты памяти не поддерживаются. Основная камера состоит из 4 датчиков. Основной на 64 мегапикселя, далее 8-мегапиксельный перископ с 3-кратным оптическим зумом и 5-кратным гибридным, далее 8-мегапиксельный ширик и 2-мегапиксельный макро. Камера умеет записывать 4К при 30 или 60 кадров в секунду. Смартфон получил модуль NFC, Bluetooth 5.1, USB Type-C и оптический сканер отпечатка пальцев в экране. Модель также не получила 3,5-мм разъема для наушников. Установленный аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой 40-ваттной проводной зарядки. Смартфон, как и старшая модель, заряжается до 70% за полчаса. На выбор есть 5 цветов с градиентом: черный, красный, фиолетовый, зеленый и синий.